Бутама и ламу. Бутама и ламу. Бутама и ламу. Сабир. Бутама и ламу. Деньгами было бы лучше, конечно, Жак. Но все равно спасибо за подарок. С днем рождения, Сабир. Мы скинулись все вместе, весь канал, и купили тебе подарок. Пожалуйста, вручи подарок. Вот, это тебе. Я буду хранить его у сердца. Да. Слава богу, что... Он привык просто есть с пола. Да, поэтому он сразу подготовил себе фронт своего ужина, да. 10-й юбилейный выпуск 1743. Ура! Юбилейный выпуск 10 лет, 1743. Все эти 10 лет с вами Жак Клод Мане. Сейчас я договорю свое полное имя, потому что ты Давай. Всегда меня режешь, почему-то так. Меня зовут Жак Мафаландала, фезан персеверан лом де ланне, ки аве венки ла гер де санта, мобуту сесесеко кукунгбенду вазабанга мобалики ток. Это был первый куплет его имени. Да, Алексей Пришвин и Сабир Мамин Сибиряк. Это я. Ну и, конечно, с нами еще наша главная звезда Михаил Карин. Ого! Итак, Леш, тебе честь выпала рассказать главную новость. А главная новость этой недели, я считаю, что у нас прошли выборы. И прошли они, ну, скажем так, с переменным успехом. Самая низкая явка за последние несколько лет на выборах зафиксирована в 18,00% всего лишь пришли на выборы. Кто из нас ходил туда? Я ходил. Поздравляю. У меня тоже. Только белые ходят на выборы. Я честно хотел, но понимаешь, ну, мне надо было ехать на работу, короче. За кого ты хотел голосовать? Хоть две фамилии мне назови. Карин. За меня. Карин Сабиров. Карин Сабиров – это кандидат, да, по 13-му округу. Спасибо. Партия толстячков. Это прямые конкуренты партии пенсионеров. У меня вопрос. Двое были, двое не были. У меня вопрос. Как вы думаете, почему так мало людей ходили на выборы? Вот что надо было сделать, чтобы весь Оренбург такой, все, идем? Вы знаете, во-первых, это не президентские выборы, там я всегда хожу. Во-вторых, вот смотрите, блин, у меня до сих пор еще дорога еще не сделана. Ну, никто не пришел ко мне и сказал: Жак, мы тебя вот сделаем так красиво. Кто пойдет все в лес, подожди. Ну я, ну что ты, живу в лесе, и что такое? Вот. Поэтому никого не пришел, я поэтому тоже никого, ну, ни за кого. Это хорошая позиция. Ему ничего не сделали, и он ничего не сделал. Знаете, почему, мне кажется, не ходили на выборы, серьезно? Потому что у нас не было прикольных кандидатов, как когда-то были на Украине, там Дарт Вейдер баллотировался. Морж должен был войти в депутаты. Но он классный, он и спортсмен, он, у него синие эти шорты. Что еще надо? Что еще нужно от депутата? Как понравится Сабиру? Надень синие шорты, все. Кто должен еще пойти на выборы Оренбурга, чтобы народ пошел? Блогеры, по-любому блогеры должны идти сразу. Юлиана сразу. Представляешь, какая у нее компания была бы классная? Типа, каждому оренбуржцу по набору суши. Проголосуйте за меня и в сторис выложу там бесплатно, например. Может такое быть? Типа, сделала грудь, сделаю и дороги. Она не делала грудь, она вам говорила 100 раз. Да и дороги не сделала, чего ж там. Ну, может, на следующий выбор отправим Жака от нас? Давайте придумаем ему какую-то компанию. Я ради этого сюда и пришел когда-то, 10 выпусков назад. Итак, если ты станешь... Мэр. Ну, скаканул, ну пусть, не испугните. Что ты можешь пообещать оренбуржцам? Вот перед тобой оренбуржцы сидят. Дорогие друзья, я повышу вас уровни... Строительные. В GTA. Я думал, в Доте, типа, прокачаю вас, ребят. И тут тык, 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 тык. Вещание уже все переварилось. Я говорю, спасибо большое. Че ты, пин-код от карты скажешь? Ну, как будто в домофон какой-то зашел. В этом, в Дом Советов, там домофон. Я буду расшифровывать, давай, я могу быть пиар-менеджером его. Я зайду в каждый дом, он имел в виду. Это он набирает квартиры. И он набрал четырехзначный. То есть ты представь, какой он большой дом придет. Вот. И поднимет уровень. В Дом Советов. Да. И изменит наш... Жак, наш кандидат. Да.
ООО «Природа» возглавит выпускник высшей школы США. Между прочим. В общем, доцент, как мы все знаем, уходит с поста. На его место приходит Станислав Ким. И, в общем, он учился в США и закончил высшую школу в штате Западная Вирджиния. Ой, а можешь сказать еще раз его имя и фамилию? Станислав Ким. Кардашьян. У нас все мусорки будут такие овальные. Мне... Ты сказал овальные? Да. Осторожней с этим словом. Проверь, пепси, не пей. Смотри. Во-первых, американец, ты сказал. Да. Зовут его Станислав. Станислав. Фамилия Ким. Ну, это как... Ким, да. Было классно, если он еще черный. А отчество у него Рамильевич. Вот, ну, вот такой американец. Представляете, как у нас теперь будут выглядеть ребята, которые убирают мусор? Они будут в такой форме, как футбольной, американской. Кожанки у них будут крутые. У них будет свита такая. Нет, там будет прикольно. Два афроамериканца сзади вот так они ходят, и один водитель все приходит и бросает, бросает. О, блин, будет чисто скоро. Вообще капец. Я представляю, что мы... Это из его предвыборной программы. Это значит, что все, работа таджика уже хана вам. Теперь... Ястреб сбит. Не, у нас изменится теперь все. Будем жить, как в Америке. У нас поставят баки возле дома, и мусорная машина будет приезжать, и... Прикиньте, как в мертвом люди. Здорово, Джек! И он такой, как дела, миссис Джексон? То есть у нас и людей переименуют? Ну, поменяется все вообще. И газеты будут кидать в окна прям. Приведет это к хорошему или нет? Я хотел спросить. Да, приведет. Давай дальше. В Бузулуке обнаружен редкий вид насекомого. И это не концерт Моргенштерна был. В общем, жители Бузулука выложили в соцсеть фотографии необычного паука. Похоже по окраске на божью коровку, черный резус или, как тебя иногда, Жак, называют, черная толстоголовка. Явление для Оренбургской области редкое. Обычная среда обитания – северо-западные области. Конго. Африки. Африка, да. Укус болезненный, но не опасный. Подожди, северо-запад. А, ну все понятно. Весь Бузулук поехал отдыхать в Африку. Обычно такое бывает. У них же есть туры такие известные самые. Типа... Бузулук Африка. Бузулукский город. На велосипедах. Скажи, насколько он опасен? Сколько опасен? Я вообще не знаю, что за виды вообще паука. Ну, вот тебе сказать. Вы замечаете, что он мажется? Я не знаю. Там большеголовая, черноголовка. Черная толстоголовка. Короче, черная толстоголовка может быть не опасна. Но белая толстоголовка очень опасна. Белая худоголовка, ты хотел сказать. А вы точно Жак Дроздов? Нет, я Жак Фякевич, Африканович. Как грубо. В общем, классность в чем? Редкий вид обнаружен у нас в области, это приятно. Я думаю, что просто кто-то из Бузулук просто... избежали, вот если редкие виды насекомых из Африки нельзя просто так тащить в Европу. И вот, думаешь, кто-то продавал их? Может быть. Он просто решил для себя, что как бы втикаря, в чемоданы, все. И тут пришел в грузовик, раз где-то там, мы нашли. Мне кажется, что это какая-то программа по обмену. И там где-то у них наша саранча сидит. Просто. Там нет, там сейчас где-то на севере Африки какой-то бузулучанин. А как правильно? Бузулук? Правильно, бузулучанин. И там сейчас в Конго новость, типа, в Конго обнаружено редкий вид человека, типа, бузулучанин. Через пару недель, мне кажется, придет новость о том, что в Бузулуке появился человек в маске, который сражается с преступностью при помощи паутины. Ты имеешь в виду я, что ли? Ты вот эту паутину убери сначала. Мы видим, ты гнездо начал вить уже. У него мухи летят, и бзжи, прилипло, все, и он съедает. Ну что, поаплодируем паучку. Почему ты всему хочешь аплодировать? Ну, ладно. У нас есть люди, которые еще аплодируют. У меня новости. Конечно, новости. Мэр. И ушел. Просто. И я... С улицы Турска... Туры... Не надо, не смейтесь. Не смейтесь. Так, да. Все. Давай. Все, вы готовы? Да. Все готово. С улицы Туркестанской начали массово пропадать щебень.
это видео появилось в телеграм-канале «Типичный Оренбург». Так, братан. Во-первых, Таджикистан – бедная страна. Я хочу сразу сказать. Во-вторых. Ты помогаешь щебнем, да? Ну да. Потом будет. В Таджикистане обнаружен редкий вид щебня. Оренбургский. Вот. Если она вот в поток так будет попадать, вообще туркестанцы сделают или нет? Я знаю, кому нужен щебень. Тому, кто недавно жаловался, что у него не строят дорогу. Меня как раз там уже дорога только щебень засыпала. Конечно, ты уж столько понабрал. Но я это не имею в виду, что как бы украдено. Да знаем, это реверсивная психология. Я зачитаю новость, смотри, какую новость, воришки, фу-фу. И у самого щебень из рукава вот здесь вот так валится. Короче, есть продолжение этой новости у меня. В общем, прокуратура проверила ход выполнения ремонта дорог. И к какому выводу они пришли? На улице Транспортной ремонт за 9 месяцев выполнен всего лишь на 60%. Mm-hmm. На Аксаково на 35%, на Волгоградской и на 20%, а вот на Туркестанской всего лишь на 5%. 5% за 9 месяцев они выполнили. И я посчитал, Я в столбик, правда, посмотрите, я в столбик посчитал. Когда откроют Туркестанскую? Получается, если 9 месяцев это 5%, 18 месяцев это 10%, 180 месяцев делим на 12, получается 15 лет. В 2035 году откроют Туркестанскую. При новом мэре. Жаке. Не, вряд ли. Через 4 или 5 мэров. Тогда Мише будет 47. Самый возраст ходить по Туркестанской. А Жаку будет 55 лет к этому моменту. Отлично. Спасибо. Все, закроем это. Сабир вырвался, да? Расскажи? Наконец-то, моя очередь. В Оренбурге слепой мужчина получил водительские права. Да. Дело в том, что... У меня вопрос. Раньше иначе было? Ну, судя по некоторым водителям, так... Водитель Медногорска, у него диагноз слепота обоих, как правильно? Обоих. Обоих глаз. Обеих. Кому же мне довериться? Кто же из них? Окей. Мужчина из Медногорска с диагнозом слепота обеих глаз. Вот. Ему выдали водительские права. Прокуратура выясняет, собственно, в чем причина. И есть продолжение даже этой истории. Но сначала давайте обсудим. Значит, он не видит. Вообще, да. Слепой. Да. И его права дали. Да. Нормально, его собака же. Он, кстати. Его собака же. Ну, конечно. Она водила. Конечно. Скорее, он, это человек, Сабир тут не дочитал, он работает сторожем на Туркестанской. Как он учился? Сдали справка, там это все и так далее. Потом все справка у него в норме, понимаешь? Конечно. И приехал, пошел в город. Вот, тоже интересно, у нас же... Как это так? Как он вообще? Он заучил. Каждую дорогу маршрут. Медногорска. Да. Ну, а там всего да, две дороги. В магазин и в Оренбург. Вот. Одна пешеходная причем, которая до Оренбурга, да. Как выяснилось, мужчина подделал справку, подделал все документы, отправил их в МФЦ. А потом пришел, и они такие: держите. Их не удивило, что права взяла сначала собака и передала их человеку. У него изъяли права и аннулировали их. Мне все равно очень интересно, как он эти все документы сделал. Собака ему подделала. Мне кажется, эта история тянется намного дальше. Сначала он несколько лет обучал собаку фотошопу. Потом собака подделала документы. А знаете, как новость сделать положительной? Ему мужчина со слепотой обоих глаз получил права в рамках федеральной программы «Доступная среда». Все. Она теперь хорошая. Белорусская таможня потребовала подтвердить отсутствие в «Гарри Поттере» призывов к революции. Чего? В общем, белорусская таможня потребовала от издательства «Янушкевич» подготовить письменную справку о том, что выходящие на белорусском языке книги про Гарри Поттера, как она называется на белорусском, «Гарри Поттер
этаемная зала, нет призывов к свержению существующей власти. То есть напечатали книгу, и они требуют, чтобы им дали справку, что там ничего нет революционного. Такой вопрос. В общем, в «Гарри Поттере» они увидели какие-то призывы к свержению существующей власти. А какая часть? Часть. Я ж тебе сказал, «Гарри Поттер» и «Таемная зала». Ну, ты белорусский не знаешь? Ну, «Узник Азкабана». «Узник Азкабана». «Таемная зала». «Узник Азкабана» сейчас в Германии. Где вот, в каких фильмах может быть призыв к революции? Я предлагаю запретить «Иван Васильевич меняет профессию», да. Потому что... Там тоже есть... Нет, потому что Александр Григорьевич не хочет менять профессию. Вообще, мне кажется, что в Белоруссии, на самом деле, есть тайные комнаты. И там уже пропадают люди. Ладно, давайте забудем про Беларусь. На время. Не навсегда. В больнице скорой помощи Бузулука появился новый томограф. Все, отличная новость, все достаточно. Новости, за которые просто вы можете, друзья, похлопать, чисто заголовками, подобранные с реального сайта. Жители Оренбурга в соцсетях любуются радугой. Не все жители Оренбурга носят маски и перчатки в магазинах. Да, я знаю даже один. Оренбургскую область закружит ветер. В танце? Во дворе одной школы Оренбурга валяются гнилые яблоки. Вот, вот и все новости Оренбурга. Но... Во дворе... А нового главврача оренбургского диспансера выберут по конкурсу. Так. У меня вопрос. Конкурс вести будет Лукин. Какой конкурс должны провести, чтобы выбрать... Карандаш в бутылку, естественно, обязательно. Ну ладно, это первый этап, потом... Второй, кто перепьет меня. У нас все врачи через это проходят. Если просто воды, то тут тебя не выиграешь. Жак, мы уже выбирали по этой схеме мэра. Обязательно. Он должен, там же еще одновременно с этим и замы будут выбирать. И зам должен встать, значит, спиной, и тот должен лопнуть шарик с собой. Такие. Вы думаете, это на чьей-то свадьбе, да, будет проходить? Типа. Знаешь, кто победит, короче? Кто соберет больше лайков и репостов, скорее всего. Просто я хочу быть главврачом, голосуйте за меня. Мне кажется, что будет розыгрыш. Ну, типа, конкурс в Инстаграм. Отметь трех друзей, гиф, да. И стать главврачом онкодиспансера. В Оренбуржье у работодателя вырос спрос на тренеров и парикмахеров. Потому что... У одного? Просто у одного работодателя какого-то оренбургского. Нет, на самом деле, за время пандемии, получается, потребность в тренерах выросла в 2,8 раза. Тренер, да. Наставник, сенсей. А парикмахеров в 1,5 раза. Вот почему после... Потому что на самоизоляции, получается, все тренеры такие сидели, не качались. То есть, получается, как вот если человек не был в Оренбурге, читает эту новость, он как оренбуржца себе представляет? Жирного и волосатого? Ну, в принципе, ну, он да. прав. Согласен. В принципе, все сходится. Люди предупреждают, туристы знают, если что вдруг. Я одного не понимаю. Ну, понятно, что по тренеру они там стали там, этом, А парикмахеры, они же работали. Нет, долго парикмахерские все были закрыты. На самом деле, там, блин, у меня жена вообще-то ходили. Это она тебе так говорила. Ага, опять что ли? И снова седая дочь. Интересно получилось, да. Я думаю, что... Это какие-то тайны скрываются. Спалился неожиданно. У меня вообще-то всю самоизоляцию жена к парикмахеру ходила. Вообще... Как тебе, кстати, стрижки-то ее? Понравились? Угадайте, кто получает больше, тренера или парикмахера? Тренер-парикмахер. Это чувак в спортивном костюме, здесь у него ножницы так крутятся, здесь бритва. И он, давай, братан, ты, значит, отжимайся, а я буду тебя брить. И он, когда отжимается, он просто бритву подставляет, так, вот, тренер-парикмахер. Ну, это подготовка к Новому году, короче. Уже пора. Да, пора. В России могут ограничить продажа алкоголя в новогодние праздники.
Какие уже это праздники? Что говорить-то? Продажи спиртного в дни новогодние каникулы планируют разрешить только период с 14 до 18.00. В общем, алкоголь будут продавать только с 2 дня до 6 вечера. В праздники. В праздничные дни. А кто это предлагает? Скорее всего, Жак. Я так предполагаю. Вот, Миша говорит про очередь. Ну, это сейчас будет вообще капец, если очередь, там люди вообще биться будут, и топором вообще, и так далее, и так далее. Вот, как можно разрешать так, что, чтобы смотри, надо разделить часы. Смотри, у нас есть 4 часа, с 14 до 18, 4 часа, правильно? Значит, да, с 2 до 3 дети дошкольного возраста идут покупать бухло, правильно? Ну, и они быстро покупают. Отец записку даст им? Да, да ладно, сами покупают. С 3 до 5, наверное. Студент Агау. Одна она только. Тебе только 2 часа. Она всех, да, будет покупать. Будешь брать всем вообще. Просто она фура такая. Подъезжай к КБ. Там вообще подпольные там будут это хекс. Нет, там в фуре сидят эти ученики Агао. А, и нужно, у кого будильник, просыпайся. И нужно обязательно какие-то, опять-таки, это целая политика, ребят. Это нужно опять социальные какие-то выстраивать лестницы. Мы должны без очереди пропускать людей с похмельем. С тремором. С тремором, да, с врожденным. Нет, я просто специально так, матери с детьми без очереди за бухлом. Беременные без очереди. И за сигаретами тоже. Старики сразу тоже проходят. Вот эти вот, мне только спросить. С ними тоже нужно что-то делать. Нет, а что они будут спрашивать? Сколько градусов? Почем девятка? Вообще не слушают даже ничего. Вопрос другой я вам задал вообще. Я говорю, тут в России могут ограничить. А что надо сделать, чтобы не ограничили? Вот мы это же сделали. Мы не ходили на выборы. Вы ходили, а мы-то нет. Да я не ходил на самом деле. Ну, вообще, мы против алкоголизма, так что пусть... Запрещаем. Знаете, что нужно сделать? Вот посмотрите, Гарри Поттер, тайная комната. Вот это нужно сделать. Новость немножко грустная. Арбитражный суд отменил закупку люксовой Тойоты для районной администрации. Нет, да как тебе это... Представляешь, человек... Ты еще не выиграл, подожди. Подожди. Он вначале сказал, что новость... Ну, какая она новость? Грустная. Почему не грустная? Потому что этот районный депутат мой знакомый. Он уже и тонировку купил, и кенгурятник. Подожди, он, я как понял, он подал заявку, чтобы ему выдали Тойоту, правильно? Для нет, каких нужд? Он в бюджет заложил средства на закупку. Они начали разыгрывать, получается, торги, и торги прикрыли, сказали, что... Какой шаг был бы его следующий? Он заложил бы в бюджет на закупку сабвуфера. Тонировочки. На закупку Виолетты и Анжелики. Буквально на час. Да? Часов. Да, это все нужно. Я представляю, как он это делал. Он сидел такой, типа... Это его сестра. Не, смотри, он сидел такой и думал, наверное, так, ремонт детского сада. Не надо. Сам отремонтирую. Люд, там инструмент у меня есть? Ремонт детского сада нужен, но чисто теоретически щебень я могу привезти на Камри новый. С туркестанской заберу и привезу. На самом деле, мне вот честно, не жалко. Я вот человеку вот этому желаю, чтобы ему одобрили, когда он еще раз попробует. Пусть... Нет, но пускай тоже жиру не бесится. Пусть в этом районе будет хотя бы одна машина. Ну, повесит на нее там 26-й и будет развозить людей. Свадьбы тоже, там уже все друг с другом знакомы, сможет на свадьбах. Вот, брать деньги опять-таки за это. Их возвращать в бюджет. Давайте аплодисменты, решим, какую новость будем разгонять.
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет. Ефремов может готовить содержащихся в СИЗО школьников к ЕГЭ. Канье Уэст объявили себя Моисеем, оказался выпускать музыку и показал Путина. В Южно-Сахалинске школьники вышли на стихийный митинг с просьбой одноклассника не бить их. Я буду называть тему, вы будете аплодировать. Тема про СИЗО. Тема про машины 16 лет. Смотри, а ей 15. Так, тема про мальчиков, которые пикетировали. Школьников. Окей, и про Канье Уэста. Ефремов может готовить содержащихся в СИЗО школьников к ЕГЭ. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что посетила несовершеннолетних, которые находятся в СИЗО «Водник», где сейчас содержится актер Михаил Ефремов. «Водник»? «Водник», как детские лагеря называют СИЗО, так же. «Водник», там родничок есть, солнышко. Смотрите, в общем, в большинстве одиннадцатиклассники все готовятся к сдаче ЕГЭ. В СИЗО готовятся. И она не... А где телефонов еще нету? Да, она... Да там есть. Она, в общем, думает, что Михаил Ефремов сейчас, он в той же находится, там же, и он поможет им подготовиться к ЕГЭ. А как он может подготовиться? Ну, в литературе. Он хорошо, да, в литературе, да. Именно в направлении литературы. Ну, читал он рэп, нет? Ты че, да? Ты че? Значит, да. Вообще, первый вопрос. Жака вообще про любого человека, типа, вчера с бабушкой виделся. Че, она читает рэп, нет? Он приводит к репетитору ребенка, а вы рэп читаете? Нет, пошли отсюда. Такой себе репетитор. И он дает им книгу? Вот, возьмите, очень хорошая. И там прям на книге рэп написано. Почитайте. Вообще, мне кажется, образ жизни Ефрема больше похож, если бы он преподавал труд. Да, вот прям, ну или физруком был, да, каким-то, вот он мог бы быть прям. Как вы себе представляете этот урок? Как Ефремов может вести это? Надо начинать там, типа, вот этот вечер в хату, все дела. Да, он так и будет здороваться. Я думаю, что это будет, ты приходишь, вот, и Ефремов такой, ну, бьет тебя под затыльник. Ты ему такой, типа, Ефремов, ты что, меня ударил? Он такой, я тебя не бил. Типа, а ты докажешь, не, прибегает этот его адвокат. И он сказал, тут стоял второй человек, который тебя ударил, да. А представляете, он детям будет говорить завтра с родителями сюда. И родители такие, ну, мы, наверное, пас, мы на даче будем сидеть. В конце, как всегда, выбираем главную новость недели. Главная новость, я считаю, надо, что две их. Их можно обидеть не в одну. Это то, что щебень воруют. И на 5%, чтобы люди посмотрели. А нас смотрит аппарат губернатора, между прочим. Чтобы, знаешь как, вот сидит весь аппарат губернатора, они же все его смотрят, я знаю. И вот когда там они будут смотреть, и таких смотрят, и там Жак говорит, воруют щебень. И чтобы, знаешь так, щебень. Все так на одного смотрят, и он такой... Министр. И заплакал. Мне понравился про паучков. Я тоже голосую за паучка. Впервые я выбрал не свою новость. Ух ты. Щебень. Ну, давайте. Типа. Ну что, какая новость была лучше? Кто считает, что главная новость недели про паучка? Даже Жак не похлопал. Питер Паркер хлопает там, сидит. Кто считает, что про щебень? Хорош! Наши! Хорошо, что я привел родителей. А теперь надо выбрать герой недели. Ну, герой недели. Герой недели, очевидно, водитель. Малыш на драйве, как его уже успели прозвать. А сорви голова из Медногорска. Все, на этом. Все согласны? Водитель, который получил права. На этом мы заканчиваем. Во-первых, мы хотим сказать, что 17.43 все 10 лет снималось при живой публике. Вот они там. Похлопайте, живая публика. И впервые эта программа, здесь не будет наигранного смеха, записанного позже. В общем, с вами, как всегда, были Жак Картунков, Алексей Мусагалиев и Сабир Мургунов. А также сегодня вместе с нами был Михаил Овальный. Хорошо. Все, до следующей недели. Большие города.